Утро верующих оренбуржцев сегодня началось с соборной молитвы. Сегодня во всех храмах вспоминается историческое событие – рождение маленькой девочки Марии, которая была избрана стать матерью Иисуса Христа. В церкви сотни молящихся, каждый прикладывается к праздничному образу. В центре – Табынская икона Божьей Матери. По традиции, именно она находится во главе крестного хода. Он начинается сразу после службы. Священнослужители, прихожане и дети – все выстраиваются в колонну. Каждый занимает свое место. Нет ни суеты, ни паники. По традиции, крестный ход начинается от Никольского собора и завершается у поклонного креста в сквере напротив Дома Советов. Полицейским приходится перекрывать движение. По улицам города идет огромный поток верующих. Каждый год крестный ход собирает сотни верующих. Все они идут за Табынской иконой Божьей Матери. В шествии не принято разговаривать. Верующие или внутренне молятся, или подпевают хору. Но во всяком случае, каждый сегодня прославляет Божью Матерь. Кто-то сегодня идет первый раз, для кого-то крестный ход уже добрая традиция. Раиса с маленькой иконой в руках, как все, идет за Пресвятой Богородицей. И не представляет, как этот день можно провести по-другому. Ну как, мы православные, как же мы за Иисуса Христа, за Пресвятую Богородицу. Я счастлива, что я попала в этом году в крестный ход. Я прям бегом сюда бежала. Если будет еще, я буду и снова бежать за Господом. С молитвой и верой. У каждого свой сокровенный разговор с Богом, свои просьбы и слова благодарности. Для верующих крестный ход как особая молитва, которая обязательно будет услышана Пресвятой Богородицей в день ее рождения. Татьяна Кирдина, Семен Воробьев. Новости дня.